Крупное ДТП произошло минувшей ночью в Краснодаре. Пострадали два человека. На пересечении улиц Северная и Каляева столкнулись два автомобиля. Виновницей аварии, по предварительной версии, стала девушка, сидевшая за рулем Toyota Corolla. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как автолюбительница не уступила дорогу отечественной машине. На большой скорости иномарка влетела в ладу. В результате оба автомобиля перевернулись. Водители и пассажиры отечественной легковушки были доставлены в больницу. У обоих травмы головы. Сейчас по факту аварии ведется проверка. О других происшествиях за минувшие сутки расскажет Никита Рудой.